О, керемет бір ишық тұр ғой, а? Біздің арай капсырген блинчик. «Жануя» — это фильм, в основу которого положена самая обыкновенная жизнь. Здесь нет навороченных спецэффектов, герои не спасают планету, не находят сокровища. И нет только положительных или только отрицательных героев. Все как в жизни. По-настоящему непридуманная история. Они — счастливая семья и вроде бы идиллия. Флирт на стороне, и все рушится, как карточный домик. И все превращается вот в это. По сюжету фильма глава семьи заводит отношения на стороне, и по законам жизни в скором времени все тайное становится явным. Арай Адель в свои 10 лет уже состоявшаяся актриса, и это ее второй полнометражный фильм. Мне уже легче было немного, потому что я уже первый раз снималась, и второй раз уже как бы легче, умеешь, немного опыта все-таки есть, но я еще опыт приобрела благодаря главным героям, моим родителям. На протяжении полутора часов Жануя держал в напряжении зал. Зрители сопереживали героям на экране, а накал страстей доводил сидящих под эту сторону экрана до слез. Таңда күн шықпай қоян. Кеш қарағанға дейін жұмыс істеймін. Қиын іске мойымаймын. Анам мен қарындасымды бағу менің ойымда. Мен үшін кино өте салмақты кино. За душу берет. Как видите, мои глаза на мокром месте. Я очень рада, что пришла на этот просмотр. В этом фильме нет ничего непридуманного. Ведь в жизни и так бывает. Я очень тронута. На пути к семейному счастью членам семьи придется пройти немало испытаний. И какова будет развязка, лучше увидеть самому. А уже в самое ближайшее время фильм покажут по телевидению. Алимхан Дусенгалиев, Ильдар Жунысканов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Утрар». Слушай, не? Махтабулга бейкингем.